Неделя флота, кстати, уже началась. Это одно из самых ярких событий в жизни города. И, собственно говоря, основные мероприятия, связанные с неделей флота, как правило, проходят здесь, на причале, 86-м причале у музея авианосца «Интрепид». И, собственно говоря, начинаются с традиционного парада военных кораблей по Гудзону. Парад в этом году несколько задержался, но он будет интересен тем, что в нем будет принимать участие целая флотилия кораблей. Более 2500 или около 2500 военных моряков, морских пехотинцев, служащих береговой охраны. И мы ждем буквально с минуты на минуту, что здесь на Гудзоне появятся корабли, которых в этом году ожидается будет около 14. И сейчас, кстати, сейчас мы уже видим, первые корабли показались. И я сейчас попробую развернуться в сторону Гудзона. И мы тогда сможем показать начало парада, посвященного неделе флота в Нью-Йорке. Я только уточню, что в этом году в нем, в отличие от предыдущих лет, будет принять участие 14 кораблей в общей сложности. В том числе 4 корабля военно-морских сил США, 3 судна береговой охраны, 4 патрульных судна морской академии, 2 корабля командования морских перевозок и даже судно Королевского канадского военно-морского флота. Корабли, если вам, надеюсь, уже видно, некоторые из них сейчас проходят вверх по Гудзону, после того, как они пройдут парадом, пришвартуются у разных причалов Манхэттена, Стейтен-Айленда, Куинса и Бруклина. На них будет возможность у всех желающих горожан, туристов подняться. Моряки, разумеется, устремятся в горы для того, чтобы отдохнуть и повеселиться. Но основные мероприятия все-таки будут происходить здесь, как я уже сказал, на 86-м причале у музея авианосца «Интрепид». И их в этом году мероприятий тоже будет больше, чем обычно. И об этом нам рассказали, кстати, представители музея буквально полчаса назад. Неделя флота стартует сегодня и продлится до понедельника 28 мая. Публика сможет не только увидеть образцы боевых машин, но и посидеть внутри них. В ходе специальных демонстрационных шоу военные покажут экипировку, в которой они проходят службу. Свои навыки продемонстрируют представители морской пехоты, береговой охраны и военно-морской авиации. Будут также представлены исторические транспортные средства времен Второй мировой войны, боевых действий во Вьетнаме и Корее. А в течение выходных будут проходить концерты джазовых групп, бродвейские постановки и кинопоказы, включая традиционную для такого события ленту «Топ Ган». Ну и, разумеется, еще одна отличительная особенность недели флота – это вечеринки, которыми она сопровождается. Корабли, которые пришвартуются здесь, в центральной части Манхэттена, находятся буквально в 2 кварталах от Таймс-сквер, от Мидтауна, где расположено огромное количество баров и ночных клубов. И, как известно, вечеринок на этой неделе будет больше, чем обычно. Горожане с нетерпением, особенно горожанки, ожидают прихода нескольких кораблей с моряками. Разумеется, завершением недели флота по традиции будет Memorial Day, День памяти, который в США будет отмечаться в понедельник. То есть нам здесь, в Нью-Йорке, Ром, предстоит неделя, наполненная патриотизмом, наполненная огромным количеством интересных мероприятий, связанных с военными, концертами и даже с романтикой.